Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, я рад приветствовать светлым праздником Воскресения Христова. Сегодня Господь приглашает нас на праздник любви, на праздник торжества, победы смерти над смертью. И всех, кто постился, кто не постился, кто пришел в первый или последний час, всех Господь призывает на этот праздник и для всех открывает двери Царства Божьего. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Христос воскрес и жизнь жительствует. И мы рады вас, дорогие братья и сестры, приветствовать с этим праздником. Кто ходил в эти дни Великого Поста в наши православные храмы, и кто не ходил по каким-либо причинам. Но самое главное, мне хотелось бы пожелать, чтобы вас приняли Христа как своего личного Спасителя, как руководителя, наставника вашей жизни. В течение Страстной Седмицы каждый из нас сопереживал страдания Господа и Спасителя нашего. Только через сопереживание голгофских страстей человек приближается к радости воскресения Христова. И так получается, может быть, даже если вы в храм не ходили, но все равно в эти дни посещает нас Господь и испытывает нас, насколько мы близки, насколько мы сохранили то драгоценное зерно, которое дано каждому человеку в таинстве крещения и усыновления Господу. Я рад, что сегодня для всех нас открывает Господь свои объятия, потому что любовь Его неизреченна. Евангельский призыв Господа всегда открыт для каждого человека. «Мир мой даю вам». Не тот мир, который дает мир во грехе лежащий, но тот мир небесный, который открывает для человека смысл его земного бытия, открывает для такого человека двери в Царство Божье. Сердечно всех поздравляю, дорогие братья и сестры. И если вы еще не успели сходить в наши православные храмы, приидите на этот праздник веры, приидите и соприкоснитесь той драгоценной жемчужине, которую оставил нам Господь, евангельскому благовестию, соприкоснитесь радости воскресения Христова, и жизнь ваша изменится к лучшему. Все будет в радостных лучах видеться вами в свете воскресшего Господа, потому что Христос воскрес, и жизнь жительствует. В этом смысл нашего земного бытия. Еще раз и еще раз поздравляю вас с великим пасхальным приветствием и повторяю эти слова преподобного Серафима от всей души. Радость моя, вы наша радость, братья и сестры. Христос воскресе, воистину воскресе. И хотел бы вам напомнить, дорогие братья и сестры, как уже сложилась традиция в нашей Симбирской епархии, в день Воскресения Христова в кафедральный собор приносится благодатный огонь из храма гроба Господня. В этом году мы этой традиции, я думаю, с Божьей помощью не изменим. И в 5 часов мы приглашаем вас всех помолиться за Великой Вечерни и принять тот благодатный огонь, который возгорится в Великую Субботу в самом главном святом месте, там, где родился Христос, там, где Он принял страдания ради нашего спасения, и там, где Он воскрес и даровал нам жизнь вечную. Храни вас Господь, и еще раз с праздником Христова Воскресения!